пока еще не влился в коллектив и не стал частью всего этого гонима. Могу немного побыть загадочным, а не подозрительным и стрёмным. С утра подрочил в офисном туалете, просто так для снятия стресса. По моим расчетам месяца через два, а максимум через полгода они все поймут про меня. О том, что я болен. Ой, морозит опять. В туалет кинул еще таблетку. Сегодня вообще как-то холодно и паршиво. Ушные раковины проверяются на прочность дабстепом, панк-роком и дезметалом. Как тёлка из Тиндера перепихона. Заказал её, а потом сашими из лосося. Прямо на дом. Поскольку выходите из дома неохота. Потому что такая холодная мокрая осень. И хочется сидеть дома.